Каждый хочет понимать, на верном ли он пути. Очень просто. Если каждую секунду от того, что ты делаешь, ты получаешь огромное удовольствие, наслаждаешься, еще есть такое слово, тащишься, балдеешь, значит, ты на верном пути. Это тебе сигнал свыше, что вот ты как раз делаешь то, что нужно, то, что твое. Потому что, когда человек делает то, что его, он получает удовольствие. Даже если у него не получается. Успех – это уже это следующая тема. Главное – это счастье. Счастье – это 80%, и успех – это 20%. Успех – это относительная штука. Ты добился успеха, через 2 часа все уже, игра закончилась, отпраздновали. Дальше хочется следующих побед. То есть успех, он счастья не приносит. Поэтому нужно научиться быть счастливым вне зависимости, успешный ты или нет. Это задача по жизни. А человек счастлив, когда он занимается своим любимым делом. Он получает, он работает, он что-то делает для Творца, для других людей, значит, для Всевышнего, для Творца. Я так это понимаю. И высшие силы его награждают за работу, то есть не деньги платят люди, а высшие силы награждают его кайфом, удовольствием, счастьем.